Музей усадьбы Юдина торжественно открылась новая площадка – гуманитарно-культурно-образовательное пространство. Во время праздника гостям предложили множество развлечений. Это и концерт на веранде, и выставка кино на все времена, различные мастер-классы, запуск арт-объекта «Юдинка», книжная ярмарка. Горожане смогли поучаствовать и в традиционных играх 19 века. Музей работает с декабря 2014 года, и после обустройства площадки это место стало еще привлекательней. Специалисты усадьбы планируют проводить здесь квесты и музейные лектории, показывать хронику и фильмы красноярских режиссеров, а по выходным устраивать настоящие семейные праздники. Это одно из уникальных событий, которые происходят в Красноярске. Создается новое общественное пространство, где можно провести время с семьей, при этом познавательно, культурно. И я очень рада, что такие культурные пространства появляются у нас в городе. Я уверен, что это место будет интересно для молодых красноярцев. Интересно в том числе и тем, что здесь будут интеллектуальные события, интеллектуальные мероприятия. Этого не достает сейчас в нашем городе. Я уверен, что это место будет любимым не только для Октябрьского района, но и для всех красноярцев.